Эй, всем привет, всем привет, с вами Шумаги, на канале Шумаги. Сегодня поговорим про игру Atlas, а именно как повысить FPS в игре и как сделать русский язык в игре. Собственно говоря, для всего нам нужно зайти в Steam, да, в нашу библиотеку, выбрать игру Atlas, нажать правую кнопку «Свойства». И во вкладке «Общие» установить параметры запуска. Это русский язык. В параметрах запуска прописываем -culture равно ru. И нажимаем ОК. Русский язык появится в игре. И второе дополнение это у нас повышение FPS. Мы локальные файлы во вкладке, нажимаем локальные файлы просмотреть. Здесь щелкаем Shooter Game. Дальше Saved, Config, Windows No Editor, Game, User Settings. Появится вот такой вот файлик у нас. И мы топаем вниз, но не в самый, а вот где у нас вот эти команды. И над ней есть команда Use. Ну, короче, это вертикальная синхронизация. Здесь будет стоять False. Вот, мы меняем False на True, прописываем True. И после чего сохраняем файлик. Вот. После чего можем запускать игру, в которой у нас уже будет русский язык и повысится FPS. Вот. Вот такое вот видео, видите? То есть русский появился. На этом, в принципе, все. Спасибо всем, кто просмотрел. Увидимся на стримах. С вами был Шмыга. Всем пока.